Сьогодні 14 квітня. Сьогодні у нас гороховий суп з якимись макаронами, так? Так, от у нас тут хлібчик, печиво, пиріжечки, сухарики є гарненькі. В общем, годуємо. Загрузка максимум. Зараз будемо розвозити по всім 6 точкам. Приехали люди с Харькова, мы помогли, взяли все продукты и гигиенические принадлежности. Спасибо еще раз, кто помогает нам. Привет, приехали на кормление, у нас сегодня суп с фрикадельками. Это пока все в машине лежит, орет сирена, ну, там у нас куча хлеба, вот печенье всякое такое. Короче, не знаю, моя команда ух, которая пришла помогать, но будем сейчас выходить и кормить все. Все будем делать с Божьей помощью.